Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Микрофон я, Лиза Аникина. И, как всегда в это время, программа «Цена вопросов» в эфире с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Лиз, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Я так понимаю, что мы весну провожаем сегодня, правда? Ну да, последний день весны. Правда, погодка-то у нас в Москве так себе, если честно. Тут внезапно 10 градусов и дождина, но, видимо, эта весна так прощается с нами, чтобы уступить место июню. Ну да, не все коту масленица, правда, должен быть какой-то там еще день. Действительно, у нас ведь одна сплошная масленица кругом, нужно немножечко подпортить настроение. Это правда. Третий эфир у меня сегодня, и третий эфир хочу начать с атаки беспилотников на Москву, но здесь, наверное, в контексте экономическом. Как так вышло, что по какой-то причине до Москвы эти беспилотники долетели? Что, не доплатили на оборудование ПВО или есть какая-то иная причина? Лиза, отличный вопрос. Я бы только на полшага назад шагнул или на шаг. Обратите внимание, что, судя по комментариям российских властей, это украинские беспилотники, сделанные в Украине, произведенные в Украине. При том, что 15 месяцев назад, когда война начиналась, у Украины не было своих беспилотников, и Украина пользовалась турецкими беспилотниками «Байрактар», как известно. Вот выясняется, что за год с небольшим Украина смогла в условиях войны, в условиях постоянных ракетных, артиллерийских обстрелов, в общем, в условиях отключения электроэнергии, смогла сделать свой беспилотник, который пролетает как минимум несколько сотен километров. А Российская Федерация, обладающая немеренным интеллектуальным потенциалом, ведущая свою, как сказать, родословную от Сергея Королева, который был, правда, уроженцем Украины, но это не важно. Вот. И гордящаяся своим научно-технической мыслью своего беспилотника так и не смогла произвести. То есть максимум, на что Российская Федерация сподобилась, это взять иранский беспилотник «Шахет», и, что называется, сделать его версию ухудшенную, исправленную под названием 2.0 «Герань». Вот. И мне кажется, что это даже более важный вопрос о том, о качестве российской экономики, о качестве российского военно-промышленного комплекса, о качестве российского военно-технического потенциала. В общем, что такое российская экономика, что она может и что не может. Вот мультики рисовать, которые в Кремле показывают, это мы умеем. Вот. А выясняется, что даже страна, находящаяся в условиях войны, под давлением агрессии, в состоянии это дело сделать, а российская экономика не может. Это первая часть. Вторая часть, на самом деле, борьба с беспилотниками – это вещь не такая простая, как кажется. Это на поверхности считается, что летит какая-то чушка, метра 3-4 в длину, медленно летит. Собственно говоря, ее хорошо видно. Швальни по ней ракетой, или в крайнем случае из пулемета, или еще из чего-нибудь. Летит низко. То есть можно дострелить, может даже из берданки, дедовскую берданку достать, и шарахнуть по ней. А еще можно камнем кинуть? Камнем не долетит, даже из рогатки не долетит. Нужен такую прощу хорошую, но для этого нужен Давид. А Давидов в Отечестве давно уже не водилось родном. Вот. И, соответственно, определение, поиск беспилотников, их идентификация, обнаружение, да, и отслеживание полетов – это вещь, на самом деле, технологически очень сложная. И для этого нужны средства космической и авиационной разведки. И дело даже не в том, что там система ПВО у России не приспособлена для борьбы с беспилотниками. Они на самом деле и американские средства традиционной противовоздушной обороны не приспособлены для борьбы с беспилотниками. Просто выстрел того же самого «Патриота» стоит, в несколько раз, в десяток раз, в 20-30 раз дороже, чем вот этот вот «Шахет». И, конечно, это экономически неправильное использование ресурсов. Вот. Но с беспилотниками можно бороться другими, более дешевыми инструментами. Главная задача – их обнаружить и отслеживать. И вот этого без... И здесь даже не сильно помогают традиционные вот эти вот радары, средства противовоздушной обороны, потому что беспилотники летят низко. Это также еще хуже, чем низколетящие самолеты. Они еще ниже летят там вот. Как сообщалось, вот эти беспилотники, дроны, которые долетели до Москвы, они в кроны деревьев врезались, да, то есть мы понимаем, что это вообще несколько десятков метров. Вот. И, соответственно, для этого нужны соответствующие средства авиационной и космической разведки, которые работают в режиме реального времени и передают себе информацию.
Вот Украина имеет такой доступ, имеет доступ к такой информации. Страны НАТО передают Украине в режиме реального времени всю информацию, которую они получают. Собственно говоря, ну, откуда Украина может получать в режиме реального времени сообщения о запуске ракет там, российскими самолетами, бомбардировщиками из акватории Каспийского моря? Ну, мы же понимаем, что вот радары, которые там откуда-нибудь даже из Полтавы или из Днепра до Каспийского моря добьет, ну, скорее всего, у Украины таких нету. Никто, вот. Соответственно, вот это является на самом деле причиной, да, что вот эти беспилотники, они достаточно беспрепятственно долетели до Москвы, потому что их, ну, российские средства обнаружения не приспособлены для борьбы с ними, для их обнаружения. То есть они не могут их увидеть, не могут отыскать. И те спутники, которыми гордится Роскосмос, Рогозин, который там бил себя в грудь и, наконец, спрятался где-то в окопах Донбасса, и вообще там исчез, похоже уже навсегда. Вот. А сейчас на его место пришел бывший вице-премьер Юрий Борисов. Это же не создается там ни за один день, ни за один месяц. Вот. И я вообще подозреваю, что российские военные спутники, они не могут передавать информацию в режиме реального времени. То есть они могут делать очень хорошие фотографии, качественные фотографии, с большим разрешением. Вот. Но фотографии нужно уже переслать, их нужно обработать, пока не дойдут там, да, от лейтенанта до майора, от майора до полковника, от полковника до генерала, от генерала до, там, не знаю, до генерала армии или до президента, что пока он там примет решение, чем стрелять по этим дронам. Вот, соответственно, и это является проблемой, это показатель такой технической, технологической отсталости Российской Федерации. Поэтому вопрос не в том, какие средства противовоздушной обороны есть у российской армии, противодроновые ружья или нету. Эффективна эта система «Панцирь-С», которая якобы сбивала дроны, или неэффективна. Проблема в том, что эти дроны не могут обнаружить. И их обнаружат уже на самом подлете к Москве. Да? Ну, есть, собственно говоря, есть другая версия, что Кремлю и Российскому министерству обороны, ну, в общем, исторически, со времен Советского Союза, вся система ПВО строилась в расчете на то, что враг будет нападать с запада. Да, то есть оттуда из Западной Германии, ну, или из Великобритании, ну, откуда, в общем, оттуда полетит. И все вот эти радары, они были направлены в ту сторону, и никто не ожидал нападения с юга. Ну, потому что, конечно, Турция, она была членом НАТО, но после того, после Карибского кризиса, когда оттуда убрали американские ядерные ракеты, ну, в общем, как-то с Турцией отношения были более дружественными. Вот, и, соответственно, возможно, что российскому генштабу, российским военно-космическим силам, силам ПВО, им вообще говоря, наплевать и на жителей Белгородской, и Курской, и Брянской, и Калужской области, и Тульской. Ну, народ там живет мало, плотность населения низкая. Правительственных дач там не имеется, никаких стратегических командных пунктов тоже нет. Ну, что их защищать? Ну, жахнет туда какой-нибудь этот самый, вон, не знаю, пара дронов, да, или там снаряды какие-нибудь прилетят, ну и бог с ними, да, проживут. Вон, покричат немножко и успокоятся. Поэтому защищать нужно то, что главное, то, что, как говорится, сердце Родины, Новоогарёва и окружающие окрестности. Ну, как-то защищают так себе на самом деле, если оно смогло все-таки пролететь. Лиз, ну и насколько я понимаю, в Новоогарёво и в окружающие поселки ни один дрон не врезался, их все сбили, туда падали осколки. То есть, ну, на самом деле защитили. А там Профсоюзная улица, Ленинский проспект, ну, это же, послушайте, кто там живет-то? Там же ни одного министра не живет рядышком, да? Даже если там министры жили, они думают, что стали защищать. Вот, поэтому в Москву, ради бога, пусть влетают. Там спальные районы, их не жалко. Это то же самое, что Белгород или Курск. Справедливо, справедливо. Вот, кстати, о Турции вы заговорили. Что думаете о победе Эрдогана? Кто будет радоваться этому больше? Украина, Россия? Кому это выгодно? Ну, это выгодно Эрдогану в первую очередь. Да, и той политической группе, которая его поддерживает, или которая, скажем так, которую он за собой тащит. Потому что, ну, власть это, как говорил Генри Киссинджер, которому недавно исполнилось 100 лет, власть это самый сильный афродизиак. Да? То есть вот ничего более существенного влияния на мужской организм не оказывает. И, соответственно, вот Эрдоган, безусловно, он в восторге, потому что он удержал власть, его мечта сбылась. Удержал власть не так, как Владимир Путин, который постоянно, как стратегия наперсточника, меняет правила игры, выкидывает конкурентов, меняет правила выборов, меняет конституцию. Нет, Эрдоган победил на достаточно честных конкурентных выборах.
Причем оппозиция, ну, хотя она и, как говорится, на мой взгляд, выглядела слабовато и не смогла как-то преподнести никаких сюрпризов. Вот, но тем не менее, обратите внимание, в первом туре Эрдоган набрал 49,5%, а во втором 51,5%. Да? То есть, при том, что третий кандидат, у которого было 5%, призывал своих избирателей голосовать за Эрдогана. То есть, вроде как, Эрдоган должен был победить более существенно. Но выяснилось, что оппозиция смогла отгрызть у него еще какие-то голоса и во втором туре. То есть, сказать, что победа его была легкой, но это неправда. Будет ли рад Кремль, будет ли рад Путин? Да, конечно, ну, потому что, с одной стороны, вот как это, легитимный президент, да, легитимный брат по крови, который остался у власти, это всегда правильно. И с точки зрения Владимира Путина, власть может меняться только потому, что человек, находящийся у власти, должен решить ее оставить. То есть такие случайности, как выборы, не говоря уже там Майданы или цветные революции, или государственные перевороты, это все является недопустимым. Вот. И, соответственно, здесь вот Путин действительно должен быть рад, Путин должен быть доволен тем, что Эрдоган удержался у власти. Тем более, что, мне кажется, у Путина, как коллективного Путина, у Кремля, есть достаточно понятная стратегия отношений с Эрдоганом. Если он начинает сильно что-то делать вопреки интересам России, вопреки интересам Кремля, вопреки интересам Путина, то нужно ему пообещать поставить там лишних несколько миллиардов кубометров газа и пообещать, что на этот газ будет скидка или он вообще достанется бесплатно. И после этого договороспособность Эрдогана, ну, она как-то резко возрастает. Будет ли рада Украина? Ну, я не думаю, что Украина сильно огорчается, потому что, в принципе, отношения и личные президента Зеленского с Реджепом Эрдоганом, и отношения Украины и Турции как государств, соседних государств, они, в общем, выглядят достаточно приличными, достаточно хорошими. И хотя Турция формально, ну и официально не присоединилась к режиму санкций, тем не менее Турция сыграла очень важную роль на первом этапе войны, когда поставляла Украине Байрактары. Вот. И не надо забывать, что президент Эрдоган, он был, ну, едва ли не главным двигателем вот этой зерновой сделки, от которой выиграли многие украинские предприниматели, украинская экономика. То есть печалиться, вот, говорить, что Эрдоган не наш сукин сын, мне кажется, что в Украине не стоит. Да, можно всегда, конечно, предполагать о том, что вот если бы Кылычдароглу победил, то там было бы что-то такое, и он бы начал это, а потом еще он начал бы то, и он бы там Украину завалил своим оружием, и он тут же немедленно там пополз на коленях в Брюссель, согласился бы со всеми условиями, вступил бы в ЕС немедленно. Ну, это такие уже, мне кажется, фантазии, которые не имеют под собой никаких оснований. Вот, поэтому мне кажется, что в этом отношении как раз результат выборов в Турции, он устраивает и Москву, и Киев. То есть удобно, хорошо, сохраняется стабильно, все предсказуемо, ничего менять не надо. Сохраняется статус-кво. Статус-кво в отношениях вот в этом треугольнике России, Турции, Украина, он, в общем, сегодня устраивает всех. Да, и ни одна из сторон не готова его менять на неизвестность. Блинкин сказал, во всяком случае его слова приводит BBC, что Вашингтон ждет вступления Швеции в НАТО в ближайшие недели, еще до июльского саммита, могут принять страну в НАТО, об этом говорил Йенс Столтенберг. Какие у этого будут последствия с экономической точки зрения, или это исключительно стоит рассматривать как вступление в альянс для защиты Швеции от потенциальной агрессии России? Я не думаю, что Швеция всерьез опасается военного вторжения России, тем более, что у Швеции с Россией нет общей границы, в отличие от Финляндии. Поэтому, конечно, это более символический жест. Это решение шведских властей, шведского населения, да, шведских избирателей, что они хотят быть по другую сторону добра и зла. То есть они хотят быть на стороне добра, и они хотят быть едиными с Европой в противостоянии российской агрессии. Это, конечно, политический жест, и мне кажется, что важность заявления госсекретаря Блинкена состоит в том, что он фактически пообещал, что вот этот барьер, который ставит Турция, который ставит Реджеп Эрдоган,
на пути вступления Швеции в НАТО, требуя выдачи людей, местонахождение которых никто не знает, вот, что он каким-то образом будет снят. Возможно, Турции пообещали финансовую помощь, так сказать, предвидя серьезный финансовый кризис. Возможно, Турции пообещали какие-то морковки в части сотрудничества в производстве вооружений, мы не знаем. Но давайте проверим, насколько госсекретарь США обладает прогностическими возможностями, да, и где-нибудь там, ну, не знаю, там не позднее начала сентября мы можем этот вопрос еще раз обсудить. Несколько эфиров подряд обсуждали с вами дефолт в Соединенных Штатах Америки. Вот теперь стало известно, что Байден и Маккартни достигли компромисса. И хотелось бы понять, в чем заключается этот компромисс, кому какие плюсы, кому какие минусы. Ну, если возвращаться назад, то давайте, как это, стартовые позиции сторон состояли в том, что президент Байден и его администрация считали, что потолок госдолга нужно повысить без каких-либо дополнительных обязательств, без каких-либо изменений в существующие бюджетные расходные законы. Ну, то есть, как-то, как говорится, мир без аннексии и контрибуции, выражаясь ленинским языком. В то же время республиканцы, они заявили, что, которые контролируют нижнюю палату американского конгресса, палату представителей, они сказали, что они готовы повысить потолок госдолга при условии сокращения расходов бюджета на 4,5 триллиона в течение 10 следующих лет. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот стартовые позиции сторон, ну и сошлись, что называется, ну не скажу, что посередине, да, но в общем обе стороны пошли на уступки. В результате сокращение расходов на горизонте 10 лет должно составить 1 триллион долларов. Вот это тот компромисс, под которым подписались президент Байден и как, спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Вот. Но другое дело, что теперь все с интересом смотрят за тем, или следят за тем, правильно сказать, да, удастся ли господину Маккарти обеспечить единство голосования со стороны республиканцев. А может, не удастся? А может, не удастся, да, потому что у республиканцев 222 голоса в палате представителей, а для прохождения закона нужно 218. Ну, то есть, понятно, что там какое-то количество демократов могут не принять участие в голосовании, ну, то есть, там можно потерять 5-6 человек, да, но остальные должны как штык проголосовать за вот этот предложенный законопроект. А количество радикально настроенных республиканцев в Палате представителей больше. Их там считается, что где-то около 10-12 человек, которые могут выступить оппонентами этого закона. Вот. Ну, что называется, будем наблюдать. Да, драма еще не закончена. В общем, еще все впереди. Когда она должна закончиться? Никто не знает, она когда-то должна закончиться. После продолжительных раздумий министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что вот Doom Day, да, вот этот вот день X переносится с 1 июня на 5 июня. Но, видимо, понимая, что к 1 июня законопроект все равно не удастся утвердить, она пошла, как говорится, на компромисс с совестью и сказала, что ну вот вам еще неделя для того, чтобы о чем-то договориться. Вот, ну, если ей верить, да, то начиная со следующего понедельника у американских, ну, там, или вторника, да, 5 или 6 июня, как не очень понятно, до 5 числа утром или 5 числа вечером закончатся деньги у американского казначейства и начнутся задержки в платежах. Вот, но, соответственно, есть вариант, что не договорятся, есть вариант, ну, то есть один из вариантов, что договорятся, да, и, собственно говоря, вот к этому злосчастному 5 июня будет закон, ну, который, очевидно, что на ура пройдет в Сенате, потому что там демократы его контролируют, эту палату, и президент немедленно подпишет, президент Байден. Вот. Но это такой вариант, что называется, оптимистический для министра финансов. Вариант пессимистический, что закон будет заблокирован, что переговоры будут продолжены и продлятся еще какое-то время. Ну, дальше... Опять, у меня нет сомнений в том, что рано или поздно этот закон пройдет, да, и потолок госдолга будет повышен, и никаких серьезных последствий для американской экономики это не вызовет, и американский дефолт, вот, он, нужно понимать, что это он будет вот не таким, как дефолт 98-го года в России, когда нужно было реструктурировать весь государственный долг.
Это в терминологии там, 90-х годов будут задержки в осуществлении бюджетных платежей. Будет нарастать задолженность бюджета перед бюджетополучателями. Да, но не более того. То есть никакие обязательства американского государства, они не будут обнулены, не будут реструктурированы, не будут отсрочены. Да, поэтому это такой вот как бы дефолт софт. И вот как назло, через неделю мы с вами это обсудить не сможем, потому что через неделю у нас будет у обоих выходной, пропустим этот выпуск программы, будет окно в это время. Ну вот пусть наши зрители, что называется, и слушатели немного побудут в напряжении, а вдруг они чего-то не узнают, и мы через две недели им все расскажем. Интересно, прочитала новость. РБК пишет со ссылкой на Дениса Пушилина, временно исполняющего обязанности главы ДНР, что продукция металлургических предприятий и угольных шахт, расположенных в Донбассе, поставляется на рынки Европы. Это вообще возможно? Мы вот видим санкции, мы вот видим сплошные ограничения, а тут Пушилин говорит, что продукция идет прямиком туда, на Запад. Ну, я не знаю, можем ли мы доверять господину Пушилину. Насколько я понимаю, у такой продукции, у металлопродукции всегда есть сертификат производителя. И если на территории ЛНР, ДНР еще можно производить какой-то металл, ну, в чушках, да, что называется, и у него должен быть сертификат производителя. Если там написано, что, не знаю, это какой-нибудь там спецсталь или еще как-то, конечно, не знаю, какие там металлургические заводы остались работающими, вот, то, конечно, ни одна европейская страна, ни один европейский покупатель этот металл не купит. Даже какая-нибудь Венгрия? Нет, я абсолютно уверен, что ни одна европейская страна, входящая в Европейский Союз, металл с этих территорий покупать не будет. Точно так же, как ни одна европейская страна не будет санкционировать прямое воздушное сообщение с Крымом, да, который, там, начиная с 2014 года, попал под санкции на любую экономическую активность в Крыму. Вот. Другое дело, что если российские бизнесмены, они фальсифицируют сертификаты производителя, да, что называется, выпускают фальшивые документы, ну, это проверить невозможно. Да. Наверное, надо поговорить со специалистами в этой отрасли. Опять давайте я пообещаю, что вам, что я как-то наведу справки, и там через две недели мы на эту тему поговорим. А могут ли это быть частные европейские компании, которые закупают металл у ДНР? Лиз, вы, наверное, удивитесь, но я думаю, что все европейские компании, которые закупают металл у российских, украинских производителей, они являются частными. Там государственных компаний точно не существует, которые закупают металл, просто смысла в этом нету. Да, но все они являются резидентами Европейского Союза, ну, поскольку мы сейчас, или Великобритании, да, которую мы рассматриваем. И тяжесть нарушения санкций, та расплата, которую придется заплатить за нарушение режима санкций, гораздо сильнее, чем те маленькие бенефиты, которые можно получить. За обход европейских санкций, вообще-то говоря, есть и уголовные наказания. Небольшой перерыв на рекламу. После нескольких минут продолжим программу «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. А пока расскажу про книгу, которая есть на shop.diletant.media. Книга называется «Сталин. Главные документы. 1878-1953 год». Здесь подлинники, фотографии подлинников, вернее, более 1000 архивных документов, фотографии, рисунков, карт, которые хранились раньше под грифом «Совершенно секретно», различные документы, которые были написаны и в годы революции, и во время гражданской войны, и во время индустриализации, репрессий, во время Великой Отечественной войны, после нее, в общем, все там есть. Книга огромная, сразу скажу, потому что я по фотографиям сначала не смогла оценить, потом мне принесли на подпись. Большая книга, толстая, тяжелая, но она того стоит, она правда интересная, правда красивая. Есть и другие книги на shop.diletant.media. Заходите, выбирайте то, что вам понравится, заказывайте, вы нас очень сильно поддержите, а мы вам, в свою очередь, будем признательны. Если хотите нас поддержать, но покупать ничего не хотите, QR-коды, ссылки под видео. Мы сделали все возможное, чтобы вам было удобно переводить нам деньги. Можно и с российских карт, и с иностранных карт это делать, можно оформить подписку на Boosty. В общем, все для вас. Продолжаем программу «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Тем у нас сегодня много. Хочу поговорить о самой важной, наверное, у России и Эритреи. Неплохие перспективы по очень многим направлениям, сказал Путин. Есть ли у вас предположение, по каким направлениям у России есть перспективы в отношениях с Эритреей?
Да, есть. Эта страна находится на самом кончике полуострова, называющегося Африканский Рог, по-моему, мыс, да, который выходит туда в Красное море, и это прекрасное место для нахождения военно-морской базы. Да, да. И насколько я понимаю, если я правильно помню, Эритрея раньше была частью Сомали. Вот. И, собственно говоря, во времена Советского Союза там строилась большая военно-морская база, это такой стратегический пункт. А учитывая, что последние годы Россия усиленно пытается проводить учения военно-морского флота, совместные учения с Ираном и с Китаем как раз в Индийском океане и вот в этом районе, да, то это, собственно, перспективы очень даже неплохие. Я думаю, что если эритрейское правительство не совсем дебилы, то они могут выставить господину Путину такой ценник, который позволит стране существенно поднять жизненный уровень. Вот. Ну, а Россия потратит еще несколько сотен миллионов долларов, выбросит их в трубу. Я не очень понимаю, вот смотрю сейчас на карту, это, правда, немного не там, где Сомали, это не самый вот этот мыс, а вот туда, в сторону ближе к Средиземному морю, но все еще, конечно, близко к Сомали. А зачем там база? А выход в Индийский океан. Лиза, выход в Индийский океан. Чтобы там сапоги... Ну, представляете, из Мурманска, да, из Мурманска с базы Северного флота, не говоря уже из Петропавловска-Камчатского, гнать туда суда. Вот, корабли военные для того, чтобы участвовать в маневрах. А там вот этот наш адмирал Кузнецов, помните, такой с огромной черной трубой дымящей, который шел вокруг всей Европы и всех пугал, он это самое, сейчас экологическую обстановку ухудшит, вот он будет там стоять на приколе, как памятник нерукотворный, и грозить шведам прямо вот оттуда. Ну, очень, нет, нет, Лиза, а других проблем у нас сейчас нет? Нет, конечно, мы всему миру должны показать кузькину мать. Опять-таки, вот эти учения с Ираном и с Китаем, они проходят два раза в год, если я помню правильно. Да? И сегодня для России действительно достаточно дорого гонять туда военные корабли. А так будет подешевле, можно их там держать. Опять-таки, климат теплый, не надо на зимнюю одежду тратиться морякам. Ну, много может плюсов найти, банан дешевый. А еще можно в Индии манго покупать. Ближе будет. А вот, кстати, рупии. Вот, кстати, отличная мысль. Можно рупии оприходовать, которые застряли в индийских банках. Да, я как-то об этом не подумал. Видите, ну, все-таки есть что-то такое светлое в головах кремлевских сидельцев. Минфин и Госдума внес законопроект об изменениях в налоговый кодекс. Там в том числе идет речь о взимании НДФЛ по стандартным ставкам 13-15% заработков уехавших россиян, которые при этом остаются штатными сотрудниками, удаленными в российских компаниях. Я не очень понимаю, как это должно работать, вернее, как это работает сейчас, какие будут изменения. Лиз, на самом деле практика сегодня такая, что по действующему законодательству заработки этих людей должны облагаться по ставке 30%. То есть, вот как-то, если вы живете за границей, работаете на российскую компанию, получаете из нее доход, зарплату, то вы должны добровольно как-то там с компанией должна с вас каким-то образом удерживать 30%, что никто не делает, а Минфин, ну или точнее говоря, налоговая служба отконтролировать это не может. То есть Минфин предлагает понизить процент? Перейти на общую, ну то есть чтобы совсем не париться, да, потому что сегодня компании начинают заключать соглашение, что уплата налогов является, вот с такими сотрудниками, работающими удаленно, что уплата налогов перекладывается ответственность на того, кто получает деньги, да, то есть не у источника, то есть не компания, за сотрудников, которые работают в России, живут в России, компания удерживает налог на месте и отправляет в налоговую службу ежемесячными платежами. А здесь, что называется, пишут в контракте, что уплата налогов является вашей ответственностью. Ну и пойди найди на просторах вселенной вот этих беглецов. А так, общая ставка и, соответственно, с общего фонда заработной платы российские компании должны будут уплачивать налог. Упрощение и приведение, я бы сказал так, в соответствии со здравым смыслом. То есть, в принципе, звучит как разумный законопроект, вопреки ожиданию. Звучит как разумный законопроект, исходя из цели, что нужно собрать максимальное количество денег с минимальным количеством усилий. Что на самом деле
абсолютно нормальный подход для работы налоговых органов. Да? То есть издержки на администрирование в любой момент, потому что, как мы понимаем, знаем, Верховный суд России зафиксировал, что мобилизация не закончена, что мобилизация продолжается. Кому интересно слушать Верховный суд России? Есть же президент. Лиз, понимаете, вы, конечно, его можете не слушать, но в России есть 40 тысяч судей, которые вот в данном конкретном случае слушают суд, да, Верховный суд, который дает разъяснение, как трактовать ту или иную ситуацию. Вот, и поэтому, когда там, молодому человеку, россиянину, там, не очень молодому, приходит повестка по мобилизации, он может бежать там, в суд и говорить, что, слушайте, мобилизация же закончилась, вот Путин же об этом сказал, а ему тут раз бумажечку, разъяснение Верховного, постановление пленума Верховного суда. И говорят, не, батенька, не закончилось, мобилизация продолжается. Более того, не хуже, чем при рекрутском наборе. Тогда рекрутский набор был на 25 лет служили по рекрутской службе, потом снизилось до 20, а потом до 15 лет. Вот сегодня мобилизованные служат до выхода соответствующего указа, освобождающего их от воинской повинности. То есть это такая вообще бессрочная служба, вот круче, чем рекруты, которых там ввел Петр I, которые были отменены при Александре II во время военной реформы. Так подождите, при Петре I же как раз у них была пожизненная служба, как раз Путин приближается к кумиру, к Петру I. При Петре этот вопрос никак не регулировался, была введена рекрутская служба, а в 1736 году был установлен срок, что 25 лет. Да. Нет, ну, потому подождите. Что солдаты к тому времени начали стареть, и стало понятно, что с возрастом они теряют свои качества, и уже бессмысленно их содержать в армии, но лучше отпустить и взять новых. Нет, там все регулировалось при Петре, подождите, там и нет, сколько, нет. Откуда людей должно было набираться, и что они пожизненно служат. Ну, вот выяснилось, да, что прошло там 32 года, и там, соответственно, что у нас получается, первая треть, да, там, треть 18 века, выяснилось, что если вы призываете молодого человека в 20 лет, то в 1735 году ему уже 55 лет, рассчитывать на него как на полноценного солдата было невозможно. Поэтому нужно было менять правила. То есть вот этот вот срок выяснилось, что вот 30 лет после указа Петра, это уже было очень много, да, то есть если он человек доживал, то ему нужно было, он же в армии, его нужно было кормить, на него нужно было там расходы, собственно, содержать надо было, да, а уже от него, как это, проку, как от козла молока. Вот, поэтому был установлен срок 25 лет. Вы просто на мозоль наступили больную. У меня в «Свежем дилетанте», который сейчас как раз есть на сайте, статья про рекрутский набор Екатерины, второй Екатерины во время русско-турецкой войны, про дополнительные, в принципе, как выстраивалась эта система. Так что прям слушаю и хорошо. Покупайте журнал «Дилетант». Готовы поставить там автограф. И просите автограф у Лизы, как у автора статьи. С большим удовольствием. Всегда все для вас. Давайте еще раз про мобилизацию, про контрактные наборы. Власти Петербурга собираются потратить 172 миллиона рублей на рекламу контрактной службы. Во всяком случае, пишет Фонтанка, что будут размещать 553 билборда в городе, 1000 плакатов, стикеров в общественном транспорте. Ну, в общем, вот эта вот вся макулатура. И это только Петербург. Что уж говорить про остальные города, про Москву, где все уклеено вот этими вот бумажками. Большие вложения, получается, если учитывать еще, сколько денег будет потрачено на самих контрактников, сколько им должны выплачивать, в случае ранения, в случае гибели, это же колоссальная сумма. Может, все-таки снова мобилизацию? Лиз, ну, конечно, 172 миллиона рублей – это совсем даже не очень большие деньги, если вы посчитаете, что при средней зарплате, ну, при минимальной зарплате там 200 тысяч рублей на мобилизованного, то есть 1000 мобилизованных в месяц получают 220 миллионов. Ну, то есть вообще размеры несопоставимые. Но здесь я бы хотел сказать, да, что не нужно думать, что вот вся та реклама контрактника, приходите к нам на службу, она оплачивается из местных или там региональных бюджетов. А у меня были разговоры с администрациями двух крупных российских городов, и таких по много сотен тысяч человек, и они мне подтвердили, что значительная часть вот этой рекламной, если можно так ее назвать, продукции, оплачивается коммерческими компаниями. А как правило, крупными компаниями, которым дается разнарядка, они берут на себя социалистические обязательства или повышенные социалистические обязательства. Не хотите ли вы поддержать государство, так? Они действительно оплачивают вот эту всю рекламную продукцию, они оплачивают билборды,
да, и они подписывают специальные соглашения с военкоматами, вот, ну, естественно, я думаю, что не бескорыстно, вот, но, то есть, вот вся эта, или там, значительная часть вот этой макулатуры, которая висит, да, и призывает людей умереть за Путина, отдать свою жизнь за него, вот, это оплачивается российскими компаниями. Это, да, не бюджет. Бюджет оплачивает не больше 10%. За что компании соглашаются на подобные траты? Ни за что, почему? Почему? Потому что они, ну, если говорить громко, они чувствуют свой патриотический долг, а если говорить честно, то они понимают, что и в данном случае им губернаторы делают такое предложение, от которого невозможно отказаться. И это идет команда не от... Ну, собственно говоря, Кремль отдал вопрос о вот этой ползучей мобилизации, о призыве контрактников, о наборе контрактников, наверное, так правильно говорить, на откуп губернаторам. Это является их зоной ответственности. Именно поэтому никакой мобилизации не проводится. Считается, что децентрализованно это проводить проще, незаметнее и удобнее. И в этом отношении у любого губернатора есть большое количество инструментов в руках, чтобы выкрутить руки любому бизнесу, находящемуся на его территории. И, соответственно, губернатор тебе делает предложение, и ты от него не можешь отказаться. Александр Крупский в чате Ютуба просит вас прокомментировать запрет на движение российских и белорусских фур на польской границе. Что вы об этом думаете, спрашивает Александр. Ну, Александр, смотрите, это ответная мера на решение, по-моему, Российской Государственной Думы, что запретить движение польским фурам ездить по территории Российской Федерации. Да, что называется, ты мне, я тебе, око за око, зуб за зуб. Но, собственно говоря, автоперевозчики, да, или вот эти люди, компании, они нашли уже достаточно давно способ проникать, ну, там, российские, белорусские фуры, они просто меняют номера на границе, перевешиваются. У них двойная, как бы, регистрация автомобилей внутри России, Белоруссии и в европейских странах, или там меняют тягачи. Вот. Ну, собственно говоря, я бы сказал так, что пока всерьез, ну, посмотрим, что будет дальше. Да, я думаю, что просто увеличат издержки, стоимость перевоза товаров из Европы в Россию, из России в Европу. Ну, вряд ли это будет такая полная транспортная блокада. Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств факт того, что преступление совершено сотрудником МВД. Такой законопроект был принят 30 мая. Сразу во втором и третьем чтении, в общем, оперативники обсуждать это начали, кажется, еще около года назад, плюс-минус, могу ошибаться, в точных датах. Это еще один шаг в сторону безнаказанности для силовиков? Ну да, потому что каждый раз приходится российским судам выдумывать, почему не нужно принимать во внимание то, что издевательства над заключенными, издевательства над задержанными в СИЗО или в российских тюрьмах осуществляют сотрудники правоохранительных органов. Или там, сотрудникам правоохранительных органов российской полиции не нужно задним числом подписывать приказы об увольнении каждого провинившегося. Ну, так будет проще, так будет незаметнее. Да? И, собственно говоря, мы же хорошо понимаем, что там, вот среди преступников, которые есть в органах полиции, ну, наказание по суду достается каждому десятому из тех, кто совершает преступление в новых достижениях. Но, правда, статистика продаж автомобилей, которая на самом деле является гораздо более достоверной, чем информация пресс-службы АвтоВАЗа о том, сколько автомобилей произведены, пока не свидетельствует о больших успехах этой компании. Понимаете, если вы поставили одну Весту, как там, Лада Веста NG, New Generation, видимо, да, новое поколение, в дилерский центр, то вы гордо можете рапортовать о том, что вы начали эти поставки. Но никто же не говорил, что эти поставки будут идти с ритмом, не знаю, там 100 тысяч автомобилей в месяц, правда? Или там хотя бы 50 тысяч автомобилей в месяц. Поэтому вот сказать, что они соврали, нельзя. Да? А вот сколько их будет продано, мы увидим. Вопрос, будут ли покупать. Все-таки действительно цена в 1,2 миллиона за Ладу Весту – это что-то нездоровое. Ну, Лиз, знаете как, на безрыбье рак рыба, да, и нужно будет посмотреть, что через полгода будет в российских автосалонах. Потому что здесь проскочила информация, что вот у, как сказать, легальных автодилеров заканчиваются автомобили, которые были завезены осенью, когда курс доллара был 60 рублей за доллар.
а сейчас он за 80, уже 80, да, то есть на треть автомобилей должны подорожать. Я думаю, что просто у маркетинговой службы АвтоВАЗа очень хорошая, так сказать, информация, они хорошо понимают, что сейчас все автомобили в России будут дорожать, ну и, соответственно, зачем продавать задешево то, что можно продать задорого. Поэтому вот будут покупать за 1 200 000 или не будут покупать за 1 200 000, мы с вами увидим в статистике. Опять, вот статистика продаж в этом отношении, она достаточно достоверная, да? То есть ей можно верить. На прошлой неделе стало известно, что Путин поручил своей администрации подготовить идею о декриминализации ряда экономических преступлений. Кому брошена эта кость? Бизнесу, я имею в виду мелкий и средний бизнес, или кому-то из приближенных к верхушке, которым нужно обезопасить себя от каких-то последствий? Мне кажется, что эта кость брошена нам с вами, чтобы мы эту тему обсуждали, чтобы мы посчитали, какой там Путин либеральный, как он приказал прекратить наш парень. Ну, как он прекратил кошмарить, приказал прекратить кошмарить бизнес. Ведь все эти разговоры о либерализации экономического законодательства, о том, что нужно прекратить преследовать бизнесменов, они начались еще во времена президентства, если помните, был такой персонаж Дмитрий Медведев. Вот как-то он пришел к власти в 2008 году случайно, нечаянно пригретой славой, вот, и как-то начал либерализацию, начал говорить громкие слова о том, что свобода лучше, чем несвобода, и под эту сурдинку заявил о том, что нужно вот сокращать состав преступлений по экономическим статьям. И с тех пор каждый год вот Владимир Путин, выступая на всевозможных мероприятиях, начиная от встречи с предпринимателями, там питерский, дальневосточный или еще какой-нибудь сочинский экономический форум, или там, как называется у нас, коллегия Генеральной прокуратуры, или коллегия Следственного комитета, или коллегия МВД, Путин говорит, что нужно прекратить кошмарить бизнес, что нужно улучшать инвестиционный климат. Ну, в общем, мы слышим все это дело одно и то же, но, судя по практике вот, преследования российских бизнесменов, ничего не меняется. Да? То есть, по-прежнему можно любого российского бизнесмена привлечь к уголовной ответственности, ну, как это, ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать, да, просто был бы человек, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, а статья найдется, вот то же самое с российскими бизнесменами, да, поскольку индивидуальных предпринимателей в полном смысле этого слова, вот когда он один работает и что-то делает, такой кустарь-одиночка без мотора в России не очень много, то, соответственно, у вас тут же появляется организованная преступная группа, ну, как минимум в составе генерального директора, там, директора по финансам и бухгалтера-кассира, а дальше предварительный сговор, а дальше, поскольку деньги, которые вы получили, неважно каким образом, вы используете на какие-то другие цели, вы что-то покупаете, куда-то их тратите, то тут же идет отмывание. Ну, то есть, вот это такая бесконечная кормушка для российских правоохранительных структур, что поверить, что они откажутся от нее, что достаточно того, что Путин погрозит им пальчиком. Ну, то есть, Путин, вот, если всерьез воспринимать то, что он сказал, да, то кормовая база российских правоохранительных органов должна, ну, не то, что совсем исчезнуть, но там процентов на 80 исчезнуть. Ну, я как-то вот... Путин, конечно, либерал, но не до такой степени. Кстати, по поводу машин, хочу к ним вернуться. Тут представитель «Москвича» сказал, что данные о том, что всего 35 машин было продано с начала года, неверны. В два раза больше было продано, 77 машин, аж 77 машин продали с начала года. Можете мне объяснить, это правда много? Ну, это очень много. В стране, в которой до возвращения Владимира Путина в Кремль продавалось почти 3 миллиона автомобилей, а в 2019 году продавалось там больше 1,5 миллиона автомобилей, но 77 штук, это, конечно, фантастическая величина. Я даже так вот навскидку затрудняюсь сказать, сколько это там нулей перед тем, как появится первый знак после запятой. Ну, это а просто вы говорили. Да, ну, собственно, примерно такая же статистика нас ждет с «Ладой Веста NG». Да, ведь нельзя же сказать, что «Москвич» не продается. Это же неправда будет, неправда. Вот, поэтому продается. Продается, и даже 77. Несмотря на то, что цена какая-то там в два раза выше, чем у китайского аналога, полного китайского аналога, за исключением шильдика, выясняется, что за шильдик «Москвич» люди готовы переплачивать в два раза. Ну, вот есть такие. Правда, вот я же понимаю, что мы никогда не сможем получить полную информацию о том, кто покупает эти автомобили. Подозреваю, что основная масса покупателей, они как-то связаны с московской мэрией. А, вы думаете, обязали сверху, сказали только на «Москвичах», вот эти все ваши «Тойоты Камри» в помойку?
Не, ну Toyota Camry сейчас, я так понимаю, вообще нельзя купить в России. Ну, не, ну они же сейчас-то у них есть вот эти вот все с мигалочками. Вы смотрите, там же большое количество людей ездит на машинах. Кто-то ездит на Toyota Camry, а кто-то ездит, не знаю, на Ford Focus. Да, и вот вместо Ford Focus, когда он отслужил свою службу, срок службы, ну, соответственно, вот раньше можно было купить Ладу Весту NG. Да, поскольку теперь у Сергея Семеновича Собянина появился свой свечной заводик под названием завод «Москвич», то, соответственно, там пусть проблемы Самарской области решает губернатор Самарской области. А Собянину нужно, чтобы за счет денег московской мэрии покупали продукцию, которую производит его личное, ну, в смысле, подконтрольное ему предприятие. Поэтому все логично, я очень хорошо его понимаю, поддерживаю. Герман Греф, глава Сбербанка, не так давно высказался и назвал, цитирую, «стыдной» и, опять же, цитирую, «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП страны. Она составляет всего 20%. Греф считает, что российским предпринимателям стоит работать более активно, чтобы изменить ситуацию. Не лукавит ли случайно товарищ Греф с подобными выступлениями? Мне кажется, я этот вопрос комментировал недавно, могу только повторить, что... Опять, но не у нас. Нет, не у вас. Просто я процитирую опять Ивана Андреевича Крылова. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя к ума обратиться? Большая или маленькая доля малого бизнеса в России, в российской экономике, это в первую очередь зависит от инвестиционного климата, который уже 24 года улучшает Владимир Владимирович Путин, и также от тех советов, которые ему дает министр экономики. И я напомню, что первые 7 лет, 8 лет правления Путина министром экономики был Герман Греф. Вот. Ну и, видимо, он такую хорошую основу заложил, что вот малый бизнес никак не хочет расти. Вот. Поэтому мне кажется, что когда Греф, как руководитель крупнейшего российского банка, государственного российского банка, который активно давит конкуренцию в банковском бизнесе, который уничтожает там все живое, который берет у малого среднего бизнеса такие залоги, что они становятся компанией-банкротами, вот, мне кажется, что ему неплохо было бы самому встать перед зеркалом и ответить на этот вопрос. Почему в России посмотреть так хорошо и сказать: «Герман, с утра, что же такое происходит? Вот почему в России такая маленькая доля малого бизнеса?» Это и сам себе пусть ответит. Да, не на камеру. Вот, то, что он скажет на камеру, ну, это никому уже не интересно. Подождите, ну как давят конкуренцию? Вон у нас сколько банков: Тинькофф, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзен. Вон у нас сколько вообще-то, а уж поменьше, так просто табунами ходят. Лиз, у вас какое-то превратное впечатление о ландшафте российской банковской системы. Она последние годы теряет каждый год примерно 10% по численности банков. И сегодня, серьезно? Да. И сегодня, я так понимаю, что куда-то уже ближе там, к 350 количеству банков приближается, хотя там еще несколько лет назад их было там под 1000. Вот это такой процесс, который идет. Ну, вообще, очень трудно представить себе, каким образом может выжить, тем более маленький банк, там, частный банк, в секторе, где на 80%, который контролирует государство. Да, то есть государственные банки, они контролируют 80% российской банковской системы. И здесь пространство для малых частных банков, но оно уже сжалось настолько, что я честно удивляюсь, как они еще там живут и почему они еще окончательно не померли. Ну хорошо, но есть ведь крупные банки, которые составляют конкуренцию Сберу. Это какие? ВТБ? Ну, Тинькофф, например. Открытие купили. А кто там еще остался? Тинькофф. Да ничего не составляет. Разве? Ну, смотрите. Просто у меня ощущение, вот чисто вот по окружению, что он очень популярен. Лиза, это же разные вещи, да, популярен. Банк Тинькофф, он на самом деле действительно совершил прорыв в российской банковской системе, перейдя вот то, что называется, в новую сферу, такую в цифровую офис, когда банк стал развиваться без таких реальных офисов, без физических офисов, да, и отстроил модель бизнеса, основанную на частных, на индивидуальных вкладчиках, да, и за счет этого на их лояльности, на модности, на удобстве интерфейса, да, доступа онлайн, когда тебе все можно, хочешь там мультивалютные счета, хочешь со счета на счет, и карточку тебе домой привезут. То есть он в этом отношении действительно банк был достаточно прогрессивный и хорошо развивался. Но другое дело, что достигнув какого-то потолка, он уперся.
Да, он уперся в то, что дальше расти невозможно, потому что средний класс, который должен был стать опорой вот такого бизнеса, ну, то есть он перестал расти. А банк не может расти, вот такой банк, как Тинькофф, он не может расти за счет ухода вниз, да, вот это, в низкодоходные там, слои российского населения. Вот, и, наверное, в общем, как, знаете, я понимаю, что там причинно-следственная связь здесь не соблюдается, и неправильно говорить, что Олег Тинькофф продал свой банк, потому что банк, в общем, потерял перспективы развития. Но это так. Это так, если посмотреть на динамику развития Тинькофф банка последние года 2-3, то, в общем, она уже какая-то совсем не так сильно впечатляет. Еще из новостей «Коммерсант» пишет, что Россети собираются электрифицировать расширение БАМа за счет тарифа и инвест-программы. Насколько я понимаю, это значит, что какие-то местные компании, а также люди, которые пользуются электричеством, фактически будут оплачивать вот этот самый БАМ. Это не какие-то местные люди и компании, Лиза, это все население страны и все компании. А, то есть мы всей страной будем финансировать? Вся страна будет финансировать электрификацию БАМа. А электрификация и расширение БАМа и Транссиба нужны для того, чтобы Россия больше вывозила угля. Ну, российская экономика больше вывозила угля. При том, что сегодня на самом деле... Ну, начнем с того, что, да, что экспорт угля не приносит российскому бюджету практически никаких денег. Там пошлины минимальные, железная дорога возит уголь без прибыли, там самые низкие тарифы, там, дай бог, текущая себестоимость окупает. Вот. А самое главное, что сегодня этот, ну, там, человек, знакомый с географией, он понимает, что и БАМ, и Транссиб идут на Дальний Восток, в порты Дальнего Востока. И все эти планы по расширению БАМа, Транссиба, они были, как это, прописаны, подписаны, утверждены задолго, за несколько лет до вторжения в Украину. И никто не думал, что через какое-то время вот Дальний Восток фактически останется окном в Европу через Азию, ну или окном в Азию, а окно в Европу окончательно закроется, и что вот порты Дальнего Востока будут фактически единственными такими крупными экспортными портами для выхода на азиатские рынки. И, соответственно, сегодня мы наблюдаем то, что российские железные дороги всеми правдами и неправдами меняют правила доступа к своим провозным мощностям так, чтобы вытеснить уголь, чтобы заменить уголь другими, как они говорят, более высокодоходными товарами, которые приносят больше, дают больший эффект для российской экономики. Но, собственно говоря, с точки зрения компании, с точки зрения там, интересов российской экономики, это абсолютно правильная позиция, да, что нужно вывозить товары с более высокой добавленной стоимостью, от которых там и российские РЖД, и там компании-производители получают большую прибыль. Вот. Но для того, чтобы... Вот и узкое горлышко – это то, что называется восточный полигон, порты Дальнего Востока. Я так понимаю, что там уже все уперлось выше некуда, и перспектив не очень много. И, во-первых, сама вот эта тема, что нужно расширять пропускные способности БАМа, она, в общем, уже достаточно устарела, и неплохо было бы ее отменить, потому что угля все равно порты Дальнего Востока больше не пропустят. Вот. Но, конечно, вот эта ситуация, когда вся экономика, все население страны должно будет скинуться для того, чтобы акционеры, владельцы угольных компаний получили больше дивидендов, больше доходов от того, что они экспортируют уголь. Но это вот типичный образец такой путинской экономики, когда зарабатывают, ну, только те люди, которые реально близки к Кремлю. Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Еще раз повторю, в следующую среду нас, к сожалению, не будет. По разным причинам будем отсутствовать Сергеем Владимировичем, но через 2 недели уже обязательно вернемся к вам в это же время, в этом же месте. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Ссылка есть в описании, на наш YouTube-канал и на наш Telegram-канал. Ну и ставьте лайки. Нам приятно, когда вы оцениваете нашу работу. Всего доброго!